Привет, друзья! С вами я, Александр Сучков, и сегодня я хотел бы вам показать, как я убиваю с читом игроков в Counter-Strike Source. Итак, давайте мы начнем. Итак, вот мои настройки. Кто не видел, сейчас я вам все покажу. Вот такие вот у меня настройки самой игры. Вот такая вот настройки. Ладно. И мы сегодня будем, в общем, убивать наших врагов. Итак, снимая через прошлую программу, то есть через мою первую. Так, ладно, давайте попробуем зайти на этот сервер. Хотя я не знаю, зайдется, не зайдется, нет, не зайдется. Наверное, все-таки не отвечает почему-то он. Я не знаю почему. Ладно, давайте обновим. Ой, это я на... А, я на... АИ написал. Ну ладно. Странно, я думал не на имя будет что-то. Так. Нет, это не работает, вот это работает будет. Ладно, и мы начинаем наше приключение на этой штуке. Я не знаю, сколько я буду снимать, так как это не стрим, поэтому я даже не знаю. Итак, мы заходим на сервер любой. Мы будем играть только до первого бана, и все. То есть первый сервер, один бан, и все. А на этом я видео заканчиваю, потому что у меня очень долго грузится это все в YouTube, поэтому это очень сложно. Так, мы заходим. И вот я. Так как я только зашел, поэтому уже все понятно. Итак, я сейчас играю за команду. О-хо-хо! Вот и началось уже, как бы, наше приключение в этой игре. Хотя, я не знаю, вы не видите мой экран сейчас. А вот где у меня киллы, где проходит. Я убил одного игрока, кто не знает. Вот сейчас буду всех точить. Да, конечно, это круто видеть. Вот, все. Я всех убил, друзья. Вот, у меня три килла, то есть меня убить никто еще не смог. Вот так я убиваю их. Этих нубов. Так, ну мы понимаем, то, что они там. Также мы можем убить этого и все. Что-то нам говорят уже. Ну ладно, как бы мне это все равно. Вот так надо их убивать. Так, ну сразу меня уже вычислили, то, что я там сижу. Поэтому давайте вот так сделаем. Пройдем здесь. И вот здесь. Да, давайте насмерть. Все-таки я же не стекло здесь играю-то. Давайте. Yes! Ха, вы бы это видели. 1-1, ребят. 8 киллов, ни одного убийства. Круто. Играем. Ладно, давайте дальше. Вообще супер. То есть мы играем двое... Они, их двое настроя. Так, теперь их трое. Супер. Сейчас затащим, ребят. Ну ладно. Вообще, да, я так как-то так это все представлял. 11 киллов, и меня никто не может убить с этим читом. Да, ребята, это очень супер. Ребят, жалко то, что вы этого всего не видите. Да, ребята, это хедшот. Друзья, мне нравится так играть. Но так как мы играем за... Вон меня уже банят, остался один голос, чтобы забанить меня. Надо уже, наверное, заканчивать видео так. Да. О, все, ребята, меня забанили. Смотрите, написали disconnect. Kick it by console... Короче, в консоли написано то, что игроки проголосовали за ваш бан. Хакинг. Ладно, спасибо. Ну что ж, вот такое вот коротенькое видео. В следующий раз я буду показывать мой счет в игре. Ну а с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео и в видео. И всем пока.